Метание гири, прыжки в длину, футбол и волейбол. День физкультурника в Махачкале отметили спортивными состязаниями. Мероприятие прошло на городском пляже. Принять участие в нем могли все желающие. Самых сильных, быстрых и ловких традиционно отметили наградами и почетными грамотами. Все увидели наши корреспонденты. Слово Лиане Парчуевой. На городском пляже Махачкалы с самого утра яблоку негде упасть. День физкультурника в городе традиционно отмечают спортивными мероприятиями и соревнованиями, в которых могут принять участие все желающие. В рамках работы штаба по поддержке партии «Единая Россия» сегодня мы организовали День физкультурника на городском пляже. Само событие очень уникальное, интересное. Огромное количество людей по различным видам спорта проходит сегодняшний праздник на хорошем организационном уровне и с соблюдением всех норм Роспотребнадзора. Организаторами мероприятия и его активными участниками стали администрация Махачкалы, комитет по спорту и туризму, члены республиканских общественных организаций. Давайте будем вести здоровый образ жизни, давайте будем растить здоровое поколение. Сегодня 14 августа, еще есть полмесяца до сентября, когда дети пойдут в школу, когда мы уже будем заняты. Поэтому, кто не начал заниматься спортом, начните. Кто занимается, занимайтесь, продолжайте. Успехов всем нам и здоровья. Магомед Никомагомедов сегодня завоевал награды сразу в нескольких дисциплинах. Метание камня, метание гири и, конечно, волейбол. Мужчина приходит играть на городской пляж почти каждое утро. Мы любим любой вид спорта. Камень, гиру, волейбол, теннис, бильярд. Все, что возможно, то играем. Как и в любом соревновании, здесь разыгрывали свои призы. Победители и участники соревнований получили медали и почетные грамоты. Лиана Парчуева, Гаджи Магомедов, Время новостей.